Не повезло бедолаге, Паша. Один в лесу. Всем внимание, всем внимание. Проехали мимо меня. Кто же это беспредельничает? Как думаешь, Валера, а? Найдем, живыми зароем, кто бы ни был. За вас, Виктор Павлович. Не о себе говорю. Трех пацанов загубили, суки. Царствие им небесное. Трое приставились. Виктор Павлович, к вам череп. Ну и что, пусть заходят, тут чужих нет. Угу. Прошу. Вечер добрый, Виктор Павлович. Уж куда как добрый. Есть что? Кое-что есть немного пока. Но... На месте обнаружен использованный гранатомет «Муха» и два калаша с полностью отстрелянными рожками. Номера спилены, но, возможно, эксперты сумеют восстановить. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что человек, ремонтировавший голубую «Ниву», предупреждал по рации засаду о нашем приближении. Мои люди побывали на месте и сделали гипсовые слепки с оттисков шин. Резина новая, но имеет индивидуальные следы. Пока все. Ну и что? Кому следы-то эти ведут? Откуда? Я полагаю, что это профи. Не из криминальной среды. Уж больно грамотно и толково проведена операция. Что, комитетские, что ли? Возможно. Хотя и маловероятно. Но... Что оно? В ТКК полно гибистов! Шакалы! Все, мочить беспредельщиков надо. Нормальные люди вот так без предъявы не воюют. И всего-то из-за полутора лимонов. Так вот,
исполнители и заказчик не обязательно из одной конюшни. Исполнители однозначно прошли подготовку по программе спецназа. А заказчик может быть из наших, из своих, из ближнего круга. Потекло где-то, Виктор Павлович. И сильно. Своих оберегаешь. Ну что же, без тебя обойдусь. Другие каналы есть. Альтернативные.